в Крыму еще встретили участников автопробега Южно-Сахалинск-Севастополь. 10 автомобилей отправились 3 апреля через всю страну, заезжали в крупные города, там проходили митинги и встречи с ветеранами Великой Отечественной. Автопробег был посвящен 70-летию Победы. И вот сегодня масштабная патриотическая акция завершилась у побережья Черного моря. Прибыл автопробег Южно-Сахалинск-Севастополь. Они приехали на 8 машинах. Нас посетило 25 человек, которые проехали 13 тысяч километров. В том числе в этом автопробеге имеются молодогвардейцы, которые осуществляли сбор живых историй войны, которые писали непосредственно сами ветераны своей рукой со всей страны. И они привезли готовую книгу, которая сегодня будет подарена городу Севастополю, историко-мемориальному комплексу музея 35-я береговая батарея.